Ты что, накурился? Не говори так. Рассматриваю это как медитацию, расширяющую сознание. Ты даже не представляешь, каким простым все вдруг кажется. Значение малого в великом, великого в малом. Ты? Да. Хочешь чего-нибудь? Это действительно хорошая вещь. О, смыслоотдаляющий друг. Что происходит в Лага? С тех пор, как Расул здесь, травка растет повсюду. Впрочем, поговори с Фабио, но будь с ним осторожен. Перед твоим домом стоит верфь для постройки шлюпок. А лодки ты тоже строишь? Нет, нет. Это стало для меня слишком накладно. Лучше я втяну еще немного травки и буду строить в уме. Прошлый раз я был такой обкуренный и придумал гениальную лодку. Мне надо было сразу зарисовать ее. Можно мне посмотреть рисунок? Эй, парень, это мое изобретение. Я его просто так не отдам. Я могу тебя как-нибудь уговорить? У меня есть одна идейка. Принеси мне 5 шкур белого волка. Я думаю, они есть в Нордморе. Ты издеваешься надо мной? Шкуры в пустыне и к тому же из Нордмора? Ну да. Ты просто ничего не понимаешь. Ты когда-нибудь курил лежа обнаженным на шкуре? Обязательно попробуй. Это как будто летать. Я испробовал уже много шкур. Только белого волка у меня еще нет. По рукам? Я принесу тебе шкуры. Но берегись, если я не получу рисунка. Эй, расслабься. На, покури-ка сначала немножко. Старый Сибур держит свое слово. Доверяй мне, о сын недоверия. Что ты сторожишь? Не твоего ума дело. Я... Нет. Но... Ни за что. Что? Что случилось? Что ты тут делаешь? Как можно меньше? А почему это я должен что-то делать? Ого, да тут повсюду растет болотная трава. Какой кайф! Ты знаешь, кто этот заключенный? Кто? Я-то? Нет, ничего не знаю. Быстро назови имя заключенного, а не то схлопочешь. Ты можешь меня избить, но говорить не заставишь. Уверен? Я как-никак профессиональный боец. Меня так часто метелили, так что прости, скажу тебе сразу и прямо. Можешь запихнуть свои угрозы себе в задницу. Идем, я больше ничего не скажу. Слушай, я, может, и пыхнуть и не дурак, но соображаю. Что ты хочешь за его имя? Знаешь, нет ничего такого, чтобы ты... О, погоди-ка. Фабио вроде чего-то от меня хотел. О, что же это было-то? Чтобы ты поменьше курил? А, вспомнил, чтобы я разобрался со шныгами на побережье. Так что давай, принеси мне несколько их шкур, ну и когтей, скажем, штук по 10.
Я покажу их Фабио, а тебе скажу имя. Идет. А где найти шныгов? На побережье. Просто иди вдоль берега, там полно этих тварей. Да, и вот еще что. Принесешь мне трофеи все сразу. Иначе я наверняка забуду, сколько ты уже принес. Что тебе тут нужно? Ты заблудился? Сюда приходят или рабы, или кочевники. На раба ты не похож. А ты? Что ты делаешь в этом гнезде? Я? Я здесь хозяин. Конечно, может, мои парни и не элитные охранники. У меня есть несколько охранников, один орк и вечно обкуренный гладиатор. Зато здесь, черт возьми, растет самая лучшая болотная травка. У меня и садовник есть. А вот у Зубина или короля Рабара... Навряд ли. Все ясно. У тебя есть пленник. Точно. У меня есть пленник. И пока ключ у меня, никто с ним разговаривать не будет. Кто твой пленник? Он очень опасен. Нет, я не скажу тебе, кто мой пленник. Об этом и так уже многие знают. И прекрати спрашивать меня о том, что тебя не касается. У вас тут есть что-нибудь типа арены? Конечно. Мы специально для этого яму вырыли. Если хочешь драться, обращайся ко мне. Как дела? На нас напали. Как ты сам думаешь, как у нас теперь дела? Теперь все снова спокойно. Да. Но это затишье обманчиво. Кочевников возглавлял Шакер. Я готов поспорить, что он до сих пор где-то рядом. Я хочу драться на арене. Хорошо. Ты можешь выступить против Грубоца или против Мамука. Я хочу... Нет. Подожди, так не пойдет. Сначала ты выступишь против Мамука, а потом сразишься с Грубоцем. Позволь мне выступить против Мамука. Не возражаю. Другой вопрос, сможет ли Мамук это сделать? С тех пор, как Расул начал выращивать травку, он постоянно под кайфом. Да ладно, парочка ударов ему не повредит. Постарайся-ка затащить его на арену. Сейчас мы с тобой пойдем на арену. Что? Какая еще арена? Давай лучше пыхнем, а? Да ты уже в хлам укурен. Эй, спокойно, отец заморочек. Живей, вперед! Тебя, наверное, никогда еще как следует не цепляло. О, отец отходника! Если не хочешь идти на арену, то мы будем драться здесь. Ну, хорошо, хорошо, иду. Как все это надоело. Покажи-ка мне, на что ты способен. Бой, мужики! Бей его! А!
Зиму показал, где раки зимуют. Так значит, ты надавал Мамуку по морде. Подожди-ка, а ты вообще за бой платил? Ну, нет. О, черт. Я всегда об этом забываю. Ничего удивительного, что меня засунули в эту дыру. Такого больше не повторится. Я хочу сразиться с Грубуцем. Эй, этот орк наш гость. Я заплатил очень много, чтобы он остался здесь. Если ты победишь, мне это будет стоить еще больше. И платить будешь ты. Ты хочешь сказать, что я здесь ничего не заработаю? Нет, конечно, ты можешь кое-что выиграть. Ты получишь пакет отборнейшей болотной травки. Я хочу выступить против Грубуца. Хорошо. Только договорись с ним об этом сам. И не забывай, этот парень мне нужен. Ох, моя голова. Ну что, теперь ты доволен? Это был хороший бой. Да уж, по крайней мере для одного из нас. Ох, прилечь бы. Ты кое-что смыслишь в бою, не так ли? Чтобы разделаться с тобой, этого хватит, Морна. Что ты тут делаешь? Великий храм в Бен-Сала был разграблен. Артефакты похищены. Долот приказал мне искать артефакты. И что же, ты думаешь, здесь влага есть артефакты? Нет, Морна. Но здесь есть человек, который может кое-что об этом знать. И кто же это? Фабио держит в тюрьме одного мора. Если он что-то знает, то скажет. Ты знаешь, кто этот пленный? Морра. Ты уже говорил с пленником? Да, но он ничего не говорит. Упертый старик. Понятно. Ты знаешь, как его зовут? Сколько морро, столько и имен. Я их не запоминаю. Предлагаю сразиться на арене. Ты правда этого хочешь, морро? Я за это заплатил. Ты платишь за то, чтобы я тебя отделал? За такую глупость надо наказывать. Хорошо, начнем. Никто не может победить меня, Морра. Будет бой, мужик. Я выиграл бой против Грубуца. Ну да, верно. Вот тебе пакет с болотной травкой. Она ценнее, чем ты, наверное, думаешь.
Что тебе непонятно в слове «нет»?
Сломано.
А ты что тут один делаешь? То, что ты тут видишь, это все, что осталось от шахты. Наемник Иван, подлая свинья, уничтожил здесь все. Покажи мне свой товар. Что случилось? Иван, эта свинья должен был охранять шахту вместе со своими наемниками. Вместо этого он быстренько перебил здесь всех и смылся с добытым золотом. Я заплачу много золота тому, кто отправит этого безбожника на тот свет. Тебе нужна помощь? А ты не шутишь? Ты только посмотри вокруг. Мне нужны инструменты. Мне нужна древесина. Мне нужны люди. Золотые самородки сами по себе из горной породы не выскакивают. Иди и поговори с Сэмюэлем, предводителем наемников в Гельдерне. Пусть он пришлет мне новых людей и инвентарь. Наемник Иван мертв. Так ему и надо. Смерть предателям! За это я не пожалею и нескольких золотых самородков. Ух!